утворяет чудеса. Только так можно обозначить то, что происходит в этой наблюдающей стране. Нам нужен загар. Еще, еще. Просто мне нравится музыку говорить за слово. Все, вот так же, отлично. Да, чуть ли друг другу, да, не нужно так сильно разгориться. Мы ждем вас остальных, как только соберемся на нашей площадке, и мы дадим старт, уверенный старт нашему прекрасному, солнечному, праздничному дню. Как настроение, ребят? Да, да. А давайте вот что мы можем сделать. Давайте те, кто уже здесь, самые ответственные, а значит, самые молодцы, красивые, классные. Ждем. Продолжаем ждать всех, друзья, да, сверять к нам. Открытие. Мы расскажем вам, куда и будем следовать, то есть, собственно, вновь откроем все наши анимационные зоны. Так. Сегодня даже просто потрясающая история. Впереди крутой квест, много крутой информации, а самое главное, это отличное настроение. В конце нашего мероприятия мы подведем итоги. Все заряжены. Давайте все вместе еще раз влево. Нет, так не серьезно. Готовы? Давайте сделаем это под музыку. Громче нам, поехали. Шагаем. Давай еще. Сейчас побежим вправо. Раз, два, три, и... Ничего себе, ничего себе. Все бежим. Покажи им всем. Другую сторону. Давай. Ничего себе. Готовы? Готовы? На счет три бежим ко мне. Три, два, один. Давай. Все. Детей родители должны быть, ну, если не звезды, то суперзвезды. Попробуем сделать. Я рад, что вы готовы. Давайте поставим ноги на ширине плеч, дети на вас смотрят. Папа так нехотя, но с радостью все-таки сделал. Готовы? Ноги на ширине плеч, все просто. Повернулись, повернулись вправо. Давай! Тоже! Ручка наверх, пять. Показываем пять. И поехали. Давай. Еще, еще. Больше разминка. Класс. Молодцы. Сейчас представим, что пять это не просто пять, а корона. Готовы? Сейчас покажу. Одеваем ее на голову. Светлый, выходите к нам сюда, пожалуйста. Громче, громче! Впереди квеста, который отправят. Самые громкие вот сюда. Я сейчас смелых буду забирать для громких. Это была маленькая ошибка. Ну не, давайте будем это. Самые красивые сюда. Ну и там же есть скромные. 100%. Ну что, давайте быстренько поделим, да, на небольшие группы. Ты же красивая, ты же знаешь, куда идти. Здравствуйте. Сам с собой, с Костеном, да, по лесу. Здравствуйте.
забор покрасить. Это не поздний вечер. Было 9 градусов тепла в этот день. И вот пришел медведь, и его зафиксировали на вот такую вот фотоловушку. Вот видите, это морал. Сегодня мы с вами познакомим поближе с этими красивыми звездными животными. Ну, заповедник, ребят, это а не это совсем то место, где мы с вами находимся. Заповедник находится в горах. И там у нас растет лес, течет очень много рек. И, соответственно, браконьеры туда ходят ловить рыбу. И используют такие вот орудия. Да, вот это вот гарпун в левой руке у меня. И самодельное такое вот подводное ружье. Используют они такие оружия для того, чтобы ловить рыбу. В особенности крупную, под названием таймень, которая размерами может вырасти примерно вот как этот мальчик ростом. Я не знаю, правда, как она получится. И, конечно, если зверь прибудет, то и капкан. И гаечка там значит, идет. Запомнили? Замечательно. Разрешить мне. Что у нас еще? Важный инструмент нашей работы. Это GPS-навигатор. То есть, сразу можно посмотреть, где мы. Давайте дальше. Это у нас бокал. Ну, называется вообще рюмка, да? Рюмка. У нас с вами есть буква Д. И мы с вами букву Д должны заменить на какую букву, кто знает? На букву О. Так, и что у нас получается? Гром. К. И что мы еще делаем? Поставляем М. Буква М, да? Убираем букву. У нас получается сло. Сло. И вот здесь смотрите, что у нас буква М, да? О. Скажи, папуля, папочка, любименький, папочка. Да. Папочка. Видно? Курица. Утка, курица. Клима, как кабан делает? Как? Хорошо. Несли.
пока отца нашего конкурса. Бегом, бегом, бегом. Сбиваем. Фруктов и овощей для вас, конвейер. Да, прямо сейчас справляйтесь, пожалуйста. К нашему столику. Вот-вот прямо, да, напротив. Смотрите, девушка в желтой кепочке, она готова вам отдать. Это стаканчик можно оставить себе. Мяу. Хвостиков нет, да? Мяу. Не бойся. Ну, вот это не бойся ты. Самое страшное — это копыта. Все остальное не страшно. Степ, ну встань к ней поближе. Не страшно. Правильно все. Бояться надо. Ну, ног-то не садись. У меня на ногу уже есть. Ну, ему я говорю, на ногу не садись. Давай.
Настик у тебя. Ее молоко, давни в ладошку. Убирай руку, убирай. Вот он. Сейчас. О, ничего. Она даже, видишь, губками. Можешь, Леш, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. А их же надо. А вон той, да? У нас это первая группа еще получается только. Да. Что сзади? Или вы на две разделили всех? Не, мы на три разделили. Сейчас после меня еще одна придет, потом еще. Что? Пойдемте посмотрим, у нас есть еще лоси, и после лосей мы с вами... Так, а секундочку, вот здесь у нас, по-моему, еще декоративный кролик живет, если его не пересадили, я сейчас посмотрю с ним. Ну, сейчас он живет у нас, и чудесно перезимовал на улице, так что останется нашим обитателем. Вкусно? Да. Так вот, да? Поднимаем пальчики вверх, ребята. Пальчики вверх. Правильно все, молодцы. Top Rom Forever! Да.
тебя лучше, Паша. Пишем комментарии, можно на 2 минутки выпустить. Нормально. Бери какие-нибудь еще цветные. Получаем подарок заслуженный. Также в этой же номинации 3-е место. Семен Винокуров! Семен, мы ждем тебя. Вот так или иначе награда найдет своего героя.